Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Mark 1998 года выпуска, 3 литра автомат. Пробег у автомобиля порядка 200 тысяч. На этом автомобиле ставили ксенон. Ксенон, одна лампа сгорела, другая сгорела, потом меняли, опять они одна за одной посгорали. Сейчас решили ксенон убрать и поставить туда светодиоды. Новые диоды, которые с американским диодом идут, американский чип, вроде как говорят, освещение у них гораздо лучше, и полоса, вот именно рисунок света, повторяет полностью лампу. Сейчас установим и проверим, как будет на стене светить. Поднимаем капот. Откручиваем фару. Здесь у нас крепление на бампере снизу. Крепление сверху. Снимаем габарит. Для этого мы его сдвигаем вперед. Здесь уголок отломанный. И откручиваем вот эти две гайки. Такие лампы фирмы Просвет 5S, лампа светодиодная, это пятое поколение. Где здесь маркировка? А маркировки здесь нету, ну, просто написано, что H4. В комплекте идет две лампы, идет инструкция по установке. Такая лампа. Идет она уже без кулера. Блок розжига с ней. И лампа. Лампа идет без кулера. Просто с радиатором. Шума уже не будет. Здесь колодка поворачивается и снимается для удобства установки. Берем фару, снимаем старый ксенон, снимаем резинку, и смотрим, здесь ножки разной ширины, пошире и поуже, чтобы не перепутать.
Все. Лампа установлена. Теперь берем блок и подключаем его к штатному разъему. После этого подключаем его уже к лампе. Здесь стрелка указана. Где? Вот она стрелка на прорезь. Устанавливаем габарит на место. Подключаем туманку. И крепим блок, чтобы он у нас не болтался хомутом капроновым. Крепим вот к этой проводке. И устанавливаем на место фару. Наживляем ее. И проверяем. Вот так вот светит фара. Включим дальний. Ближний. А вот так это смотрится на стене. Машина стоит неровно. На улице день. Посмотрим, что будет вечером. Но я думаю, если она днем так освещает, вечером будет шикарно. Устанавливаем на место габарит. Вернее, не габарит, а поворотник. Включай габариты. Туманки. И ближний. Дальний. Блин. Конечно, диоды светят. Но очень интересно будет, что будет вечером.
посмотреть. И в мокрую погоду. Ну все, лампы мы заменили, все работает. Будем тестировать, проверять. Если что, в комментариях отпишусь, как будет в мокрую погоду освещать эта лампа и как она будет вечером светить. На этом все. Всего вам доброго.